Пап, это я, Томас. С чего бы начать? Предполагалась маленькая вечеринка, понимаете? Я хотел стать крутым на одну ночь, чтобы девчонки меня заметили. А потом все немного вышло из-под контроля. Сегодня ночь девчонок, с которыми у нас и шансов-то не было. Сегодня мы изменим правила игры. Ну что, крутая вечеринка? Правила менять. Алло? Томас. Привет, пап. Просто позвонил узнать, как дела, и пожелать спокойной ночи. Ага, все отлично.